Всем привет! Приветствую вас на своем канале. В этом видео я хочу отсканировать Т2 частоты. Нахожусь я в Днепропетровской области, в Украине, и посмотрим, какие каналы можно поймать в этом регионе. Ходят слухи, что добавятся новые каналы в эфире, и вот поэтому я хочу посканировать, посмотреть, вдруг уже эти каналы появились. Если нет, вообще посмотрим, какие есть каналы, какие областные можно поймать в Днепропетровской области. Ну и просто будет интересно, какие каналы. У меня последний раз было 32 канала. Но сейчас отсканируем, посмотрим сколько. Так что садитесь поудобнее и поехали смотреть. Итак, будем мы сканировать на комбо-тюнере SAT Integral 1329. Вот заходим в меню сканирования Т2, включаем антенну, чтобы была активная, включаем логические имена, можно выключить, можно включить, выбираем регион Украина, есть еще такая функция ручной поиск, но это если вы знаете, на каких частотах находятся каналы. Ну и нас интересует автопоиск, переустановить каналы, которые да, выбираем да и включаем автопоиск, и вот сканирование пошло. Идут частоты. И так, сейчас что у нас на частоте, которая там, сейчас посмотрим, что у нас будет. Вот. Уже что-то он остановился, наверное, что-то нашел. И вот поехали первые каналы. Там минимум НЛО, 2 плюс 2, ЗИК. Каналы пошли. Ну, эти все каналы были, пока ничего нового не вижу. Сейчас посмотрим, что будет дальше. Ну, вообще у меня было 32 канала. Иногда ловила с двух вышек, получалось 64. Так, смотрим, что у нас сегодня такое. Сканируется дальше частоты. Вот вы как видите, 23-24 частота. Вот еще одни пошли. О, уже 33 канала. Один канал, у меня винтаж, не было такого канала. Вот он появился. Ну, уже не 32, а 33 в моем регионе. Вот видите, областные ее одни, про 34 канал. Тест и Винтаж ТВ. Но сканирование продолжается. Вот уже он поймал в другую вышку. Удобно комбо-тюнерами сканировать, потому что он может поймать с двух вышек. Если вы находитесь, например, где-то на границе двух областей, из разных областей можете поймать каналы. И последние частоте, там где областные, они могут немножко отличаться. Поэтому на Т2 тюнерах часто сканируется только с одной вышки. Вот видите, областной 11 канал появился, а первый раз его не было. Так что вот так. Ну, мы сейчас все это отсканируем, потом проклацаем, посмотрим на качество картинки, как оно все показывает. Думаю, будет интересно. Так, видим, доходит сканирование до конца. Потом посмотрим, что у нас за каналы показывает. Если вы отсканируете у себя тоже в своем регионе, живете в отличном от моего, там, например, в другой области, можете написать, какие у вас каналы, сколько каналов поймалось. Мне тоже будет интересно почитать, посмотреть, какие у вас каналы. Так, сохраняем эти все каналы и поехали смотреть. Вот первый канал, это у нас Интерп. На второй кнопке у нас Украина. Тоже видите, картинка хорошая. Потом идет 1 плюс 1 канал. Дальше что у нас? Переключаем НТН. Так, поехали дальше. К1 канал, тоже сигнал хороший, 100%. ЮА перший идет канал. Дальше переключаем ICTV, идет канал. Дальше Enterfilm, тоже такой канал, какой-то фильм идет. Дальше канал Zoom. Дальше у нас Indigo, тоже здесь сериалы разные идут. STP канал есть. Дальше смотрим, TED канал поймался. К2 канал. Новый канал, здесь интересные фильмы иногда идут. М1 музыкальный канал. Дальше канал прямой новости. Дальше канал Мега, здесь в основном у нас природа, типа украинский Discovery. Пиксель, это у нас мультфильмы. Экспорт, спортивный канал. НЛО ТБ.
Так, тоже хороший канал. 2 плюс 2 канал очень хороший. Иногда на нем идут и спортивные, и футбольные трансляции в нем. ЗИК — это канал уже убрали. Экспресса ТВ — новостной канал. Плюс плюс мультики. Так, дальше какой у нас канал? 5 канал — тоже новостной канал. ЮА Культура. Так, дальше канал Рада. Кто не видел депутатов, можно на этом канале посмотреть. Новостной канал Украина 24. Дальше Винтаж ТВ, вот канал, которого у меня не было, появился. ЮА Днепро — это областной канал Днепропетровский. 34 канал — тоже областной канал с Днепра. 112 ЮА, его уже убрали с вещания. Канал Тест. Ну, на этом месте, в другой вышке у меня 11 канал, а здесь Тест. И канал Мега — это пошло заново, уже частоты такие были. Вот Экспорт — это уже другая вышка пошла. НЛО ТВ 2 плюс 2. Ну, тоже сигнал хороший, так что с двух вышек можно смотреть. Ну, на этой вышке должен, там где Тест был, прописаться 11 канал областной. Канал Интер. Каналы повторяются. Украина. Дальше что у нас? 1 плюс 1. НТН. Дальше К1. Что у нас дальше? ЮА Перший. ICTV. Антерфильм. Так, 5 канал. ЮА Культура, Рада, Украина 24 новостной канал, ЮА Днепро, вот видите, опять областной, 34 канал областной Днепропетровский, 112 ЮА, 11 канал, вот он уже показывает, работает 11 канал, Винтаж ТВ канал, тоже новый на этой вышке появился, Зум. Ну, это опять пошли повторяться. Индиго, СТБ, ТЭТ, К2, новый канал, М1, прямой, М1, новый канал, К2. Ну, каналы повторяются, только отличие в 11 канале. Вот так. Отсканировали мы эти каналы. Ну и попробуйте в себя, какие вас показывают местные каналы. Напишите мне в комментариях. Мне очень интересно, в каком регионе, где какой канал. Если понравилось видео, поставьте пальчик вверх. Почитайте инфобокс. Вот обязательно подпишитесь на канал, потому что у меня где-то 80% смотрят без подписок, а 20% только подписанных. Поэтому подписывайтесь, это мне очень поможет. И добавить стимул записывать новые видео, искать новые тюнеры и снимать что-нибудь для вас интересное. Ну, всем пока-пока, до новых встреч.